Дети – цветы жизни, которые нуждаются в заботе. Сегодня 10 детей из малоимущих семей получили из рук директора Актюбинского завода металлоконструкции электронные часы, сертификаты и наборы канцтоваров. Мы решили радоваться детей на подготовку, подарки, подарили и так далее, потому что наше акционерие, наше руководство прекрасно обращает внимание на детей. Наш Казахстан – это наше будущее, и мы всегда радуемся поддержке и всегда рады помощи. Денежный сертификат в 25 тысяч тенге предназначался для похода в один из магазинов одежды нашего города. Кроме того, деткам подарили и скидочный купон в цветочный салон, чтобы порадовать своих учителей красивым букетом ко Дню знаний. После торжественного вручения подарков дети могли бесплатно поиграть в парке развлечений, после чего сотрудники завода угостили юных актюбинцев бесплатным обедом в местном ресторане. Влад Ругушев, программа «Факт».